Друзья, ну что, всем привет-привет. С вами, как всегда, я, диджей Борискин. Друзья, пошлите немножко GTA-шку прокатим, как говорится. Вот. Сегодня будем за основного персонажа играть, за дополнительных не будем. Ну, хотя здесь бы я там еще тачку бы затюнил бы, вон ту, которую купили. Черненькую, такую понтовенькую, беспонтовенькую. Ну, короче, сегодня играем за основного персонажа. Как-то так. Последний раз я помню, где-то он у меня в центре там города вылетел, но я потом заспамнился пару раз дома и в банке оплачивал просто дом, то есть я не играл. То есть вот так заспамнился, дом оплатил и сразу вышел, короче. Друзья, ну что этот? Не забывайте использовать мой промокод, он даст вам стартовую випку на 10 дней. Это удвоенная прокачка, удвоенный payday, 12500 на пятом уровне, ну и все такое. Промокод активируется вот так вот. Нажимаете кнопку F10 на клавиатуре, заходите в шестереночку, заходите в промокод и вот здесь забиваете промокод DJB. Нажимаете сохранить и потом в подарках, ну, забираете випку, короче, стартовую на 10 дней. Если что, вот здесь вот промокод большими буквами написан. Кстати, этот промокод работает на всех серверах GTA 5 RP. Ну что, мы начинаем? Да, я же хотел посмотреть, подождите, ребят. Лето-то у нас уходит, сегодня последний день всех ивентов. Мне надо 200 очков дофармить каким-то образом и по любой получить вот этот чемоданчик. Там, конечно, всякая ерунда выпадет, но все же будет приятно, что хоть что-то выпадет. Блин, вот кроссовки хоть чтоб выпали. И желательно вот эти вот. Чтоб к наряду подходило. Прикольные были бы кроссовки. Ну, если честно, они все тут хорошие. Ну, кроме, конечно, вот таких вот розовых. Это отстой. Вот эти очень красивые. Вот эти мне понравились очень сильно кроссовки. Ну, там, как всегда, выпадет какая-нибудь шляпа. Ну, все, что вот черное, оно все хорошее. Ну, кроме шорт. Вот эта штука тоже ничего. Хотя раньше мне ничего. Очки вообще нет. Вообще ничего не нравится мне очки. Вот кроссочи, блин, если бы вот эти были бы. Или черные. Вот черные вообще идеально. Они под все подойдут. Вот эти тоже очень красивые. Так что поехали, смотрим заданки. И поехали их фармить, короче, по-быстрому. Чуть-чуть. Сегодня последний день. Так, а у меня что этих кейсов? Стойте, почему на начале? Это то, что я уже прокрутил? У меня ноль. Так, ребят, еще там у меня есть какие-то штуки, которые можно обменять. Сейчас посмотрим. Вот, сегодня надо заданки вот эти сделать просто. Ну, 2 часа я, конечно, не отыграю, чтобы 200 очков получить, а вот... 20 блюда, сыграть казино, получить джек, это очень посигналить мотор. Короче, заданки очень тяжелые, кроме блюда. Блюда легко, в принципе, сделать. Сыграть в блэкджек казино. Придется делать вот это вот. Вот это, скорее всего, легко, наверное, и плюс вот это вот. Так, на сегодняшнее начало стрима у меня 3 миллиона 13 тысяч. Да. Что там, блюдо надо приготовить? Ну, пошлите, ребят. Так, да, у этого персонажа до сих пор нет машины. Я, кстати, выписал объявление. Надо по ним позвонить и подумать, какую из них купить. В тот раз я смотрел, были хорошие предложения. Потому что моему персонажу нужна тачка для фарма. Это однозначно. Что творим? Что делаем? Что творим, а? Ну, подожди, что за тачка тут стоит? У меня вот такая есть у второго персонажа, у третьего, вернее, персонажа у моего есть вот такая машина. Но там уровень такой, что ее никуда не денешь. Тачка, в принципе, прикольная. Я не знаю, она, по идее, никому не нужна, наверное. Но, скорее всего, скоро будет цениться, когда их мало останется. Что, ребят, делаем? Надо, короче, машину ремонтника возьмем, да поедем на ней. Че я парюсь-то? Долетим до ближайшего магаза. Вот, сейчас в инвентарь заглянем, что я вам и хотел сказать. В инвентаре вот есть ракушки, вот. О, они теперь перемещаются, можно их теперь передавать, да? 225 ракушек, ну, скорее всего, их там, я не знаю, то ли по 60, то ли по 40, то ли по 50, то ли по 80. По сколько-то можно продать? Попытаюсь их, короче, продать. Доедем, где их обменивают и так далее.
Блин, ну на аренду-то машины 150 баксов. Можно же было додуматься снять. Ну что же я так, а? Опять в этот банк бежать, опять в банк. Ты молодой человек, скоро деньги прям, ой, говорю, двери в банк проломишь. Самое главное, я захожу, чтобы заплатить за дом, чтобы он не слетел. Я не знаю, нужен он мне, не нужен потом будет. Но за дешево я его не хочу отдавать, а продавать его времени нет, потому что у меня сейчас нет столько времени в игре находиться. Да, давайте хоть какую-то машину возьмем, чтобы кататься можно было. Я придумал, как надо сделать. Надо, короче, у кого-нибудь спросить тачку. Потому что много всяких машин, кому не нужно. И может кто-то машину подарит. Какую-нибудь самую дешевую, чтобы я вот такие не брал в аренду. Поехали, берем почту и полетим в город. Хотя блюдо я только здесь приготовлю, да? Так, где у нас ближайший магазин? Ну, я думаю, да, ладно, погнали сначала тогда в магаз. Ну, сначала почту возьмем, да. Почему почту, ребят? Потому что персонажу по чуть-чуть все равно надо зарабатывать, если даже бездельничаешь. Ну, хоть понемножку, чтобы было на оплату жилья. А он у меня кушать ничего не хочет, ну-ка. Да нет, он еще не голодный, ему еще и так кайфово. Да я знаю, что я машину через 5 минут потеряю, если я не вернусь. Табличка зря выходит. Да, ребят, все трюки, которые выполнены в этой игре, это выполнено на специальном подготовленном полигоне. То есть называется игровой мир. Это я говорю для YouTube, чтобы монетизацию не банил. В этом ролике тоже могут быть неадекватные слова и люди. Я же в свою очередь постараюсь вести себя более адекватно. Ну, если, конечно, не доведут. Голосовой чат в игре в этой, ребят, открытый. Поэтому как-то так. Вот такая, кстати, машина тоже, я знаю, продается. Так, друзья, короче, для выполнения заданий с едой я, короче, взял мясо.
Поехали, ребят, быстренько заданку выполним и поедем в город, короче. Сейчас сначала домой, как всегда. По-быстрому блюдо приготовим. Что? Блин, сколько приготовить надо? 20. Просто 20 стейков взял? Да, 20 стейков взял быстренько, я пожарю их по-шустрому, 20 блюд за данку делается. А если сначала мясо порезать и пожарить? Что мясо сначала? Если порезать и пожарить. А там фарш. Его, по-моему, так... А, ну да, будет фарш. Блин, тогда можно было меньше. И потом котлета получится. Ну, котлеты мало добавляют, мне легче так делать. Потому что стейк больше и добавляет. У меня и так там котлет еще рыбных целая куча. Ты у меня что, будешь все озвучивать, что ли? Не надо озвучивать лично. Да ты что так дрифтишь? Это же вообще не дрифтовая тачка. Я своему второму персонажу такую бэху купил за 50 тысяч. Ну, с китайского автосалона. Нифига он меня бортанул, блин. Та ж крылья вон от машины отвалилось. Крыло целое, смотрите. А фара целая. Ну так только в GTA бывает, да. И вот, вот эти бы ящики, вот это, оно бы не лежало. Оно бы по всему ходу. Вот ищи. Ну посмотрим, может когда-нибудь шестая GTA все-таки выйдет, ее да, так ждут. 24-м в конце, может. Да ты откуда знаешь. А ну, это генеральный директор заикнулся. Да прям, ты прям вот все знаешь. Да, знаю. Слухи ходят просто и все. Ой, Максим, угомонись, а ты тоже знаешь. О, катер мой тут тусит, ничего себе. Да, иди, ну я кричу, кричу. А, ну я что-то. Так, надеюсь, эта тачка не пропадет. Побежали быстренько, 20 блюд приготовим. 198 у меня дом. Так, мне надо вот сюда. Чисто по-быстрому. Раз, раз, раз. 20 стейков готовлю. И везем почту. Это быстрее будет, чем порубить их, потом пожарить. Это, короче, долго. Я лучше просто их сделаю жареными. Они больше сытости добавят персонажу. Просто хочу вон тот кейс с одеждой крутануть, ребят, напоследок, так сказать, лето. Но я особо и не проходил это лето. Купил я его за ДПшки, которые тут тоже в игре на халяву достались. То есть я своих реальных денег сюда еще ничего не вложил. Тут они интересны, ребят. Тут интересно самому добиться все. И на самом деле здесь тоже долго все добиваться можно. Что там эти два? Вот почему не пишется цифры, сколько у тебя тут их штук осталось? В инвентаре пишется, а вот здесь нет. Интересно было бы, чтобы видеть, сколько еще осталось. И сколько уже пожарил-то. Ну, я думаю, 20 штук-то быстро пожарить все равно. Дом надо заново обставить, у меня времени нет просто. Так, быстрее надо, пока машина не исчезла. Я уже забыл про нее. Ну, наконец-то. Все, пошлите отсюда.
Ну вот один стейк закушаем, наверное, да? Ну неплохо он добавляет и сытости, и настроение. Еще дунем вот так и пойдем. Давай, братишка, побежали. А тут что, что у меня в холодильнике есть что-нибудь? О, тут-то как всегда. Всего-то фига. Да ладно, стейки пускай остаются. Все, пусть будет все, ничего страшного. Лосось еще там. Сколько лосося? Ох, 679 лосося, ребят. Поехали, повезем почту. Где почта, куда ехать? Ну и потом заскочим на ивент. В казино надо сходить. Да, попробуем эти обменять все. Даже сразу на ивент поедем, потому что он будет ближе намного. Это по трассе удобнее доехать. Я знаю, что он кончился, но бота, который еще принимает вот эти вот ракушки, бот остался. И может быть кому-то их там продадим. Там, скорее всего, будут скупщики стоять рядом с ботом. На 220 ракушек ничего не купишь, но продать их за какую-то копейку все равно можно. Чтобы просто не валялись мусором. Так, ребят, у меня стопудово просрочена медкарта. Вот это надо сделать в первую очередь. А то потом лицензию мою на оружие заберут, а я уже не помню, как ее теперь получать. Поэтому еду очень аккуратно. Надеюсь, гаишники не встретятся, а если встретятся, то буду ехать осторожнее. Вот. Так, аккуратненько, ни в чё не врезаясь. Ага, аккуратно я еду, конечно. Фура, конечно, медленная. Ладно, я ее обгоню. Интересно, мой персонаж на ламбу когда-нибудь заработает? Ну до Хуракана один лям остался, как я понял. Да, даже катер, чтоб не продавать.
Ты ракушки, друг, не скупаешь? Я продаю, брат. А, я тоже хочу. А почем они вообще сейчас продаются? Да я хуй возьму. Так, ну рюкзак мы точно не купим, потому что рюкзаки, они, наверное, стоят очень дорого. 10 на 10, да? Не, ну рюкзаки хорошие, но они, блин, по 10 тысяч ракушек. Я бы мог себе такой рюкзак взять, но я не хочу. Тем более. Пойдемте быстренько какую-нибудь одежду купим. У меня 223, но там, по-моему, ничего не купишь, да? 4000. Это просто варианты, да? Ну, тогда тем более понятно. Ага, там надо было майку снять, все понятно. Другие 2000. Короче, на 220 ракушек ничего не купишь. Скорее всего, на склад их закину тогда. Давайте хоть на что-то потратим их. Вот 1000, может, подешевле будет что-то. Ага, 2000, все. Вот эти классные кроссы мне понравились. Единственное, если бы они... Во, вот такой расцветки вообще хорошие. Не, ну вот черные только понравились, но у меня 5000 на них нет. Шляпы. Тоже все по 2000, да? Да, я вообще не фармил локации. Так, друзья, меня тут дочь немножко отвлекла. Продолжаем дальше. Аксессуары сейчас посмотрим. Ну, тут что-то какая-то ерунда, ребят. На руки какая-то ерунда, блин. Я даже что-то не понимаю, что это за хрень. Стоит тоже 2500. Че, неужели ничего нельзя там на 200 купить? Даже какую-то фигню мелкую, да? Понятно все, понятно что. Ну это да, по 10 тысяч. Это как рюкзак, да?
Короче, тут 1000, по-моему, да, самая фигня. Ну и, в принципе, ничего тут больше не возьмешь. И тачка исчезла, вот, досмотрелся, короче. Что там, морожка, что ли, какая-то? Так, что делаем, а? Ой, блин, надо машину персонаж какую-нибудь раздобыть. Как-нибудь на автобусе я не поеду, ну его нафиг. А что тут? Машина? Короче, тогда я не знаю, что делать. В принципе, я тогда все сделал. А, заданку же, кейс я прокрутить хотел, вот. Поехали тогда в казино, сделаем там какие-то ставки или еще что-то. Да, давайте автобус возьмем тогда быстренько, да и все. Я не помню, сколько там автобус, 150, по-моему, да, стоит. Сейчас с банкомата снимем. Просто на автобусе хотя бы докуда-то доедем, до проката машину, возьмем машину прокатную. А, почту отвезти надо, вот. И тогда возьмем прокатную машину, чтобы хоть на чем-то кататься. Ну, хотя прокатную машину тоже брать такое себе. Поехали, повезли почту. Где там почта? Вот, как раз возле прокат машин. Нет, карту надо бы моему персонажу продлить. Короче, прикинь, Макс, на 220 ракушек ничего не купишь, там минимум 1000 нужно. Чего? А я их даже не копил толком, эти ракушки. А их можно так? Кому-то продать можно. Может, если кому-то нужны. Сколько одна ракушка стоит? 10 или 20? Я не знаю, около 60 или 50, может, 40. Долларов или 50? Ну, долларов игровых, естественно, чего же еще, Максим? Нет, может, 1000. Да нет. Да, последний день эти ракушки никому не нужны, поэтому можно просто забыть про них. В организацию закину, там копятся всякие тоже такие ракушки, тыквы и так далее. Почту доставим, и будет 1000 долларов в кармане, уже хорошо. Ладно, поехали докатим до казика. А что, тортичка где? Да я нормальную машину возьму сейчас, хоть чем на автобусе, но хоть какая-то лучше машина будет. А нет, сядь в автобус и заверши работу. Да. Ну а зачем она тебе нужна? Да, реально, зачем? То, что вниз и вверх можно прыгать, чтобы он быстрее ускорялся. Да я знаю, но не хочу я так некрасиво так. Ну, все, ребят, работу завершили. Давайте на прокат машину возьмем. Сегодня я знаю, что последний день этого лета ивента.
О, там красная слева стоит прям полностью. Красиво, вот эта маленькая. Она не нравится мне. Вот. Или розовый. Вот на этой поедем. Она еще и разбитая, вон. Кто-то на ней покатался. Ну ладно. Видно, еще и помялся. Тут видно то, что мужик катается. Где там фиг пойми. Эх, быстренько возьмем почту. Не, ну на розовой машине, что я такой выбрал? Там красный, вот это, помнишь, которая за 110 тысяч долларов? Ну, шмаг из-за не было. Да ладно, на этой поедем. Просто остальные там хламные машины все. Она неплохо разгоняется. Ну, у нее скорость маленькая, но для города пойдет. Тут в городе наоборот большая скорость нужна, чтобы не врезаться. А ты что, не стал покупать это себе? Ты не стал покупать себе эту скорую помощь? А, не, я вместо нее там второму персонажу эту купил, бэху черную. Ну, этот убермачик, гташную бэху. Не такую, не из реальных тачек. Не понял. Ну покажем, почту или показывает. Сейчас почту отвезем, пока 10 минут КДшки, за это время быстренько съедем. Казик, заданку сделаем и все. Притормозил, да, хорошо? Ну ты его там подбил. Потому что нормально ездить по городу, катать по скорости. Ты не хочешь себе скорую? Точно не хочешь себе скорую? Я не слышу. Нет, ту не хочу, она мне что-то не понравилась. Да я же на тест-драйве посмотрел, я уже передумал. Возьми себе, купи, если тебе нравится. Да, у тебя же есть там персонаж какой-нибудь? А что там схемы? Зашел схемы, выполнил быстро и все. А мне бэху надо продать. Зачем? Ты на другого зайди персонажа, где машины нет, и купи. Знаешь почему? Потому что у меня там бэх, а вот мне вот такую лучше, вот эту скорую помощь, фу, прокачивай, знаешь почему? А? Максим, у тебя комп есть, гиташка есть, что ты от меня хочешь? Комп зато не тянет эту гиташку на высокий. Да скорости. Все нормально тянет, да ты не гоняй быстро. Ну вот ты у меня тоже надо самое. Эту бэху продай, потому что она по 200 топит почти, а у меня нету этой скорости 200, потому что у меня комп слабый, и то есть эту гиташку не тянет. Вот так. Ну видишь, он тоже все лагает. Ну, не так сильно. Я вообще просто по пустоте езжу. Понимаешь? Да это рейдж такой не оптимизированный. GTA же сюжетка же нормально идет. Там тоже много объектов и всего, короче. Просто рейдж этот вообще не оптимизированная вещь. Заданка там что-то в блэкджек 5 раз сыграть. Да чисто на самую минимальную ставочку ставишь. А ты знаешь, это даже не рулет. Блэкджек? А? Ты хотя бы знаешь, что такое блэкджек? Ну какая-то игра, не помню ее. Я уже помню там одна где. Одна карта то есть ставится, одна закрытая, одна открытая. То есть будешь, да. Еще а, я понял, понял. Ну ладно, сейчас катаем. Ну, ты вот так. Зато у меня нет, все я знаешь. Я примерно знаю. Может, даже блэкджек вдруг не играл. Приводная тачка и брюки. Нифига себе. F10. Персонаж.
А, вот. Где-то. А, ну-ка, ну-ка, чё? А, это стрельба, я думал, кулинария. Кулинария вся прокачана. О, нифига себе. Я тогда столько котлет нажарил, там всю прокачал. Фермерство, одно из 500. Короче, вот, сыграть в блэкджек в казино 5 раз. Нифига себе. Ну, я тебя научу, если что. Так, да, мне без разницы, там я сам научусь. Ну-ка. Что, фишки вообще есть у меня, нет? Ну, если ты их не сдавал, то есть. 100 фишек. О. Не, ну 100 фишек, что, я не знаю. 100 фишек это где-то 10 тысяч долларов. Давай блэкджек найдем. Где там блэкджек? Ну, это GTA-шная какая-то, да, здесь машинка? Да нет. Нет, да не, нет, это GTA-шная стоит. Нету такой в GTA. Да есть, это в GTA, просто есть. Это не заменёнка, видите. Вот это что ли блэкджек? Это рулетка. А, вон там, где стол, да? Походу. Стол-то покер. Нет? Это что за штука? Ставка 5. Сделай ставку. Ну вот 5 фишек сделаем, ставку чисто самую минимальную. Максим, можно за это отвечать? Чё? Тут короче как... А, да, да это блэкджек. Всё. Да, пристав хватит, напишем, чтобы быстрее дело шло и все. Не, смотри, у тебя дама? Да, все равно. 10 всё. Где-то? Да, 10, без 12. Разницы, сейчас он победит, он и все. Во, плюс 10 я даже выиграл. Я тебе и говорю, у тебя 12. Давай смотрим, заданка сделалась. Это же блэкджек. Максим, можешь назад отойти, не бубнеть? Все, короче, ребят, сделать. Так, давайте еще раз сыграем. Ну, поставь ставку. 10. Да не надо, блин, мне 100 пустая. Что, совсем что ли крыша съехала? Мне тут вообще ничего 10. Не надо. И 10 не надо ставить. 5 раз сыграть надо, и так 25 фишек просто так сейчас улетит. Ну, может, нет. Так. Драма. Это постой, у тебя либо 20, либо... А чё? Не, сейчас подожди. Ну, не высвечивается, видишь? У тебя либо... Кнопки не высвечиваются. Ага. Надо выйти за стола. Нет. О, плюс 13. Сейчас сядем за другой стол, помните? От 10, вот это сколько ставочка. О, от 1 до 20, вообще хорошо. Да ну по одному ставить. Ну какой по одному? Да один нафиг, мне все равно, мне просто 5 ставок сделать, да и все. Я хоть чуть-чуть в плюсе. А, ожидание других игроков. Встань. Выйти из кейпа. Ожидание. Не надо, не надо, вот, ожидание уже пошло. Видишь, все же... 8. Король, у тебя 18, да, можно. Ну, кто такие, пожалуйста. Все, ты выиграл. 100 просто выиграл. Поставь хотя бы 10. Угомнись. Ну, какая она фишка. Ну, да мне все равно, мне заданку сделать надо, мне не надо, Максим, отстань, а, пожалуйста. Надо. Да я знаю, что надо еще, Макс. Хватит. Это 20. Их тоже 20. Ничья. Плюс один мне. Ну потому что ничья, 20-20 было. Че, ты уже 5 раз играл? Проверю. 4 раза. 4 раза еще разок, да, надо? Ну не по одному, поставь 10. Да не надо, мне все равно. Максимальную эту ставку поставь один раз. Максим, угомонись, а. Сделать ставку, все. Ну, заработал 600 очков сезонного пропуска. А, ну ты хорошо. Я сыграл все, потому что... Ну подожди, сейчас посмотрим, что такое. А, ну все, что ли? Не-не-не, ожидание...
Да ну я нафиг, пусть оно только расставляет ночью. Ну и хорошо, мне плюс один не нужен. Давайте, ребят, казино место, наверное, хорошее. Крутанем вот этот кейс, посмотрим, что с него выпадет. Таких кейсов у меня только один. Я очень хочу, ребят, чтобы выпали кроссовки. Либо вот такие, либо черные. Черные, черные. Ну, вот эти нет. Вот эти нравятся, черные с белым, либо... Открыть? Давай я сам открою. Ну, хорошо. Почему ты должен открывать? Я на него копил, блин. Сейчас топовые очки. Проходил, проходил бы у себя. Максим, вот ты прям вот... Отстань. Шорты беспонтовые. Зеленые, они. Ну, черные, кстати, они могут быть, да? Более-менее. А там что будет дальше, если отказаться? Там ничего хорошего, да, не будет? А отказаться плюс 1000. А если я закрою? А их можешь как-то продать? А, ну там были бы БПшки, и ничего бы хорошего не было. Правильно, что забрал. Все, ребят, дальше ничего смысла нет собирать. Тут один БП максимум вот будет. 5 машин. Да. А будет джик и кадучки. Так, ну, сколько там фишек у нас? 113, 113, да? 113 вроде. А через сколько колесо удачи? Я не помню. Это быстрее возьмет, чем ты пойдешь по ней. Уже можешь? Так, давай по. Че, попробуем здесь что ли? Давай. На красный. Давайте, ребят, рискнем всеми деньгами. На красный. Почему на красный? На сектор поставим. Сейчас посмотрим, что будет выпадать сначала. Пару ходов пропустим. И чисто все, что вот есть, все фишки. Халявные фишки не так жалко. Ну хотя это сколько? Это там 13 тысяч? Ну и ладно. Ну это немного. Для тебя это точно. Если выиграешь, то... Максим, долгому не счешь. Блин, на эти деньги можно машину самую дешевую купить. А я не вижу, что выпало. Там 33 выпало. Короче, надо выйти из казино, ребят. Что-то у меня не отображается, что выходит. Как? Ну не отображается что-то. Ну что я могу сделать? Выйти и зайти? Еще он под текстурой? Либо релогнуться, либо этот. Вообще, правильная идея выйти отсюда вон нафиг. Давайте к парковщику забежим, может все-таки есть моя машина. А парковщик тут, да? А, разве в гараже? Угу. Ну если она еще не исчезла, если 5 минут не прошло. Я прошло. Ну, проверим, проверим. Чтоб пешком сейчас не бежать. Все, машинки нет, ребят. Парковочная тачка пропала. Бери ноги, Максим, сядь подальше. А? А так там еще был парковщик. О, таксишку. Максим, да я без тебя знаю, ну отвали ты, а. Ну в каждом видосе тебе этот. Сижу спокойно, сейчас закончу, да и все это. Чужих потусю тут. Я даже не знаю, ребят, что сейчас ему делать дальше здесь. По идее, я ничего схемы делать не хочу. А, поехали все-таки, знаете что, все-таки эти фишки сдадим, чтобы деньги были. Деньги лишними не бывают. Че я убежал? Ну один раз мы сдали. Не-не-не-не-не. Не надо, я нафиг, я их просто не, сейчас. Да я сейчас уже три раз так ставил, три раз проигрывал. Я бы лучше три раз просто снял бы. Все, угомони нафиг. Максим, вот зайдешь, крутанешь свои фишки. Давай, давай, давай. Да не же мне бабла. Все. Ну вот 10. Что? Я сейчас... А как он под текстурой оказался, это гражданин? Ну там под первый же этаж есть здесь. Все, короче, нормально. 10 тысяч плюс, это тоже хорошо. Это лучше, чем просрать там деньги. Потом как бы. Поехали, короче, до этого, до больнички доедем. Вообще больничка. Нет, карту продлить. А сколько? Давайте, кстати, посмотрим.
14.08. Ой-ой-ой-ой-ой. А уже 31.08. Давайте быстренько, ребят, до больнички добежим. Хотя вон таксишка рядом. Ну да, до таксопарка добежим, если там машины есть свободные, возьмем. Потому что мне надо медкарту продлить однозначно. Дальнобойщиков выгодно работать? Блин, ноги, Максим. Везде выгодно, дальнобойщиков, все начальные работы. Максим, вот тупо зашел в схему, сделал, 12 тысяч получил. Если сделал швейку, получил больше. Все. Зашел, тебя там быстро еще и довезли. Я вот персонажем тот раз зашел, сделал контракт, короче, на мясо, короче, сделал контракт. Мне еще и тачку, этот гелик дали, чтобы я контракт делал. И схему сделал. Я заработал 59 тысяч, сразу тачку его второму персонажу. Конечно, возьмем таксишку. Пешком же не пойдем. Так, давайте до больнички дорога. Ну, вон та прикольная, да, машина? Да, она 1080 стоит. Бери ноги, Максима, сядь рядом. А ты сейчас сколько? 3 миллиона? А? У тебя 3 миллиона? Да, 3 ляма у этого персонажа. Ламбу он хочет крутую. А на сколько 9 стоит? Ну, Хуракан 4 стоит, а которую я хочу 9500, самое дешево. И то, мне кажется, за 10, за 11 ее отдают. Так что ты возьмешь за 4. Да. Я же шестой элемент, да, вот, эту ламбу шестой элемент хочу. 4 миллиона. Ну, она мне нравится, она хорошая. Она стоит 4 миллиона, я не пойму. Я не пойму, она 4 миллиона стоит? Нет, та 9500, которую я хочу. Хуракан стоит где-то 4 ляма в этом, а в салоне. Но если его брать ФТшный, то за него 4200 просят за ФТшный. 4, за полностью ФТшный. Но это дорого на самом деле. Такие машины не отдают по сливу в гос, Макс. Только дорогие машины по сливу в гос отдают, которые там 19 миллионов, 20 миллионов стоят, их за полцены отдают. Вот Lamborghini 19 лямов стоит, а купить можно за 9500 с рук. Тихо, тихо, тихо. Ох, это что за такой двойник из-под меня выехал? Раздвоение личности. Давайте быстренько найдем доктора на втором, на третьем этаже. А что, тебя в эту бандитскую организацию? Вот, тихо, тихо, тихо. Конечно. Доктор, добрый день. Медкарту же можно, да, у вас продлить? А как вступить к вам? Вступить на работу? Читайте. Да, доктор, можно, пожалуйста, медкарту продлить? Конечно, давайте. Проходите. Угу. Показывайте свои документики. Сейчас, секундочку. Достал документ, передал человеку напротив. Внимательно ознакомился, подобрал, вернул обратно. Давно оно у нас уже просрочено. А вы знаете, меня в штате очень-очень долго не было. Я сейчас зашел, вот сразу увидел, прям тут же побежал продлять. Вот, молодец, какой. Давайте 1000 сделаем, то есть. Конечно. 80. Медкарту продлить 1000 стоит? Нет, 1000 это тест на этот он делает. На вещества, что ты ничего не употреблял запрещенно. А вы гражданский или госслужащий какой-нибудь? Я раньше был госслужащим, сейчас гражданский.
Ну, собираюсь снова пойти в опять. Я в мэрии работал. Хорошо. Это еще, кстати, 6000 за карту надо будет. У вас есть сумма? Так, а я обычно за 3 продлял ее, за 3,5. Можете чуть подешевле, если трудно? Не, не могу. Ну хотя бы за давай. За 3500 мы ее делаем из тот, кто приходит первый раз, а вам ее продлим. А, я понял. Ну я, по-моему, за 3500 продлял. Ну давайте хоть за 5, доктор, сможете? Давайте за 5, но потом вы все-таки вернетесь. А, ну ладно, давайте тогда сразу этот, сразу 6 вам заплачу. Да, ребят, не очень весело это дело. Снимайте верхнюю одежду, проверим вас и ложитесь на кушетку. Так, где там лежать? Сейчас. Вот, сидеть, лежать. Пойдет. Ой-ой-ой, что-то я напутал, слушайте. Давайте мы сначала зрение проверим. Стойте там же. Угу. Назовите буквы, которые я показал. Так. А, F, Q, R. Угу. Теперь вот эти. А, K, O, G. Доктор с этим... Отлично, ну, теперь ложитесь. Сидеть, лежать. За медкарту он, конечно, зарядил очень много. Обычно 3000 продлить ее стоит. А у него клиентов нету, ты как за 2 отрабатываешь. Ой, нифига, он там РП отписывает. Ладно, ребят, пусть. Можете вставать. Угу. Давайте теперь мы с вами побеседуем. Можете одеться. Давайте. Сейчас, секундочку. Давайте. Как вы думаете, в чем отличие от птиц от самолета? Ну, у самолетов есть мотор, а птицы — это все-таки живые существа. Самолет — неодушевленные. Угу. А какие отличия между солнцем и лампочкой? Ну, солнце — это естественный источник освещения, а лампочка — это искусственный, электрическая лампочка. Все. Мальчик получил на день рождения Деда Мороза футбольный мячик и велосипед, но он расстроился. Как вы думаете, почему? Ну, наверное, потому что сладостей не принес ему Дед Мороз, а только принес игрушки. Дети же ждут там конфет. Ладно. Всякую фигню задают. Тихо. Вы гуляете по пляжу, видите, как трое вооруженных мужчин напали на женщину. Что вы сделаете? Ну, первым делом я, наверное, вызову полицию. Вот. И буду ждать подкрепления. Ну, если будет в моих силах помочь, если у меня будет, например, оружие, или, к примеру, будет, ну, хотя бы оружие, бронежилет, то есть, то, конечно, я попробую, то есть, защитить ее. Ну, хотя, по идее, я же гражданский. То есть, ну, когда госслужащим был, я всегда защищал, а так полицию вызову. Угу. Если бы вы хотели убить кого-то, какое оружие вы бы выбрали и почему? Ну, убить я никого не хотел, я же вам говорю. Обычно в магазине то, что по лицензии я покупал, там, ну, даже самый стандартный пистолет для самозащиты и не более того. Ну, а вообще, как бы я очень сильно хотел купить мушкет, чтобы на охоту пойти и так далее.
Спасибо вам. Все, я могу быть свободным? Подождите. Вот он за этот РПшку всякую фигню говорит. Вот мне, чтобы быстро дать мне эту карту. Все. Все, можете идти. Ну вот, спасибо вам большое, доктор. Так, все, ребят, все, что было сказанное... Сказанное здесь про поводу там наркотиков и так далее, ребят, это все в игре, игровой режим, игровой контент, это не по-настоящему, поэтому YouTube не бань меня за такое. Хотя YouTube забанит. Но я, если что, вырежу это все потом. А может, я не буду. Ну как вот GTA-шку играть? Тут без этого никуда. Так, что там у нас? В принципе, все. А зачем у меня нормальные хпшки вон? Все. Таксишки мои нету. О, ламба зато вон та хорошая есть. Ну возьми ее на прокат. Че, ребят, делаем? Пошлите отсюда. Давайте проверим документы. Чуть-чуть от всех подальше отбежим. Сейчас документы проверим. Ну и все. Все, медкарту он продлил до 30-го. Нормально, на целый месяц. А ну-ка, ну-ка, какая она, с какой пометкой, подождите. А что за пометка? Ну, пометка аж нормальная. А такая же, как у меня была. А я не знаю, там какие-то разные есть. Но у меня такая же была хорошая пометка. Так, ребят, надо какие-то колеса моему персонажу купить на первое время. Так, контракт делать не будем, да? Сейчас я зайду в магазин вот этих машин дешевых. Я там опять зависну, но очень долго я не хочу. Поэтому зайди в дорогой. Или купим за эту, за 17 тысяч. Что-то скорую помощь? А давайте объявление чекнем. Может, что-то в объявлениях есть. А, я же скрины делал этих объявлений прошлых. Ну вот эти сейчас пролистаю. Чего? Ну, за 1 500 000? Да магазин, ой, Максим, говорю, отстань. Да знаю, это же вентовая, она просто всем популярная, поэтому цену задирают. А если была бы никому-то не нужна, ничего бы не стоил. Ну, Yamaha продается. Чего купишь? 800. Ну я бы ее не купил. Вон, в Запорожье смотрели, М300. Хотел медленную машину. Нифига, Rebel 100. Сам пойдешь себе купишь, заработаешь все, что. Понятно. За 4 500. Вот эту ты хотел? Угу. Да, вот такую хотел. Вау, какая она красивая. Только розовый и белый, ты че вообще? Ну вот 300. Ну хотя это с модами вся. Ну человека в онлайне нет, иначе по телефону здесь загорел бы. Что-то, ребят, ничего хорошего тут нету сегодня. Ну тут чего не загружены тачки? Ну не знаю, какая-то ерунда, не прогружается. Вы это что за 7500 такая ламба вообще какая-то? Где, за 7 миллионов? Да фигня. Хорошая, наверное. Ну, пикадор за 15. Да, пока я сейчас до него дозвонишься, мне легче за 17 купить. Бери это, ну все, отойди подальше от меня. Можно взять для контракта. Он еще его улучшенный весь. Ну, он Раптор. Ну, 2 500, конечно, за него зарядили. А сколько? Вот Хуракан 4 400 стоит.
Ну, за 4200 можно торгануть. А тут торга нет. Так покупаем. Ну, можно говорить. Позвонить, он сказать, давай подешевле, и все. За все, за весь мир. За 3 миллиона. А у тебя сколько денег? Максим, долго молись. Не знаю, ребят, ничего хорошего нету, в принципе. Как у меня персонажи еще не свалили тут, а? Давайте-ка отойдем отсюда куда-нибудь. Сколько таксистов, да? Кто свободен из таксистов? Я. Сейчас метку поставлю. Поехали, ребят, за 250 доедем. Да, спасибо, пристегнулся. Полиция что, совсем офигела, стреляет в таксиста. Он стрелял в таксиста. Там какие-то перестрелки были, непонятно какие. Давайте, ребят, довезем почту, деньги в банк положим. Вот так бы сейчас я их в казино бы эти десятку проиграл, а так вот мне медкарту на целый месяц продлили, вот это хорошо. Да нафиг надо, Максим, эта десятка бы ничего тебе не решила тут. 1000 этих. 1000 пишек, это 1000 чего. А 1000 фишек это 100 тысяч? Да, да, 100 тысяч. Спасибо вам большое. О, наконец-то эта машина освободилась, ребят, которую я так сильно хотел. Чё они сегодня все какие-то красные, розовые? Ну чё, черную нельзя что делать? Однозначно берем ее и поехали покатаем на ней сегодня целый день. Давайте немножко почту повозим. Не знаю, я что персонажу делать моему, я что-то ничего не хочу, чтобы он делал. Но вам бы надо быстрее заработать. На 4500 или за 9? За 9 или за 4500? За 9 или за 4500 купишь? Ну, скорее всего, какой-нибудь Хуракан, потому что вот, который 4 с чем-то. Потому что на 9 я не заработаю столько, даже если катер продам. Да знаешь, как тяжело зарабатывать? Это надо сколько на рыбалке стоять или контракты делать. Вот для контрактов сейчас машину посмотрим, ребят. Письмо отвезем, в банк съездим и посмотрим машину какую-нибудь для контрактов. Вы за письмо миллион бы давали, вот это было бы офигенно. Заскочим в автосалон и посмотрим, сколько они стоят. Я вам скрины покажу, которые я с прошлого раза сделал. Максим, что ты так чихаешь громко? Ну, чихнул я так, ну что. Попроси в аренду. Попроси в аренду. А зачем? Да время нет, я столько контракт не буду бегать. Друг, у тебя нет какой-нибудь машины недорогой? Че, нету? Да ладно, я сам себе могу тачку купить. А он сказал, нету? Угу. Вот такая 260 стоит вот в этом в салоне. Тысяч? Да. Хоть она и простая. Чего? За 260 можно такую бэху взять, которая нормальная же. Ну. Так, все, у меня все отображается, поехали, короче. Вот это мне нравится машинка, она прикольная. Ее если черным покрасить, затонировать вообще классно. Давай,
я вот так вот все время. Ну а что, вот у меня тоже она иногда не прорисовывается, и что? У тебя иногда, а у тебя людей всегда. Просто много сильно, да и все. Ну, конечно, раздражает очень. Но если я запись отключу, у меня она будет прорисовываться все. А там ты его не купишь, и вот это охотничье ружье, пока лицензию на охоту еще не получишь. Нет, ну если ты себе это... Да ладно, Максим, отстань. А без лицензии сдавать тоже нельзя? Да, тоже нельзя сдавать. Можно обычным оружием подстрелить и все, ножом шкуру снять. Куда охотишься, имеется в виду. Сегодня у меня одни какие-то красные, розовые машины. Да вы чё, блин, игра, ты совсем что? Ну не только розовые, розовые, белые ещё. По встрече. Чё на рука такая поднята? Экадор затюнили, да, в хлам? Потом посмотрели, да это... нафиг он нужен. Вот, жигулишка, смотри, какая хорошая. Жигулишка. Да, да, поехали. Я же как раз машина нужна. Жигуль, офигенная машина. Никогда не пойду. Не-не-не, контракты брать ничего не будем. Нельзя, я не знал, можно. Нет, такой, по-моему, можно сесть. Ну, что подальше от этих. Так, ребят, давайте тогда, знаете, что сделаем? Посмотрим скрины. Сейчас я вам покажу. Рабочий стол сделаем. Вот эти, по-моему, 2-3 скрина были. Это что у нас здесь было? Посмотрим сейчас. Вот. Бизон был за 300 продавали. Телефон есть. Продавали Вапит Бобкат. А что еще продавали? Подожди, Бобкат за 240 это нормально. Но вот Бизон было бы лучше за 300. Это вообще дешево его отдала. Здесь что продавали? Посмотрим. А, здесь один только мотик. Я, видите, даже стрелочками себе подписал. А, ну это тоже мотик. Это фигня, короче. Вот этот мне нужен. Давайте заедем, узнаем, сколько сейчас стоит. Вот это, по-моему, 300 стоит. А вот это, я не знаю, то ли 500, то ли 600 стоит. А тут еще с модами. Ну давайте наберем тогда. Сколько там? Ну хотя вот это мне не очень машина нравится. Вот это получше будет, она покрепче будет. Здесь багажник больше. Короче, поехали в дешевый салон. Две вот эти машины посмотрим. А Бизон разве таскает тачки? Сейчас в Дискорд зайдем. Ребят, сейчас. Может, поэтому он так и стоит, что он тачки не таскает. Ой, лодку не таскает. Я смотрел такую тачку, чтобы она лодку еще таскала. Сейчас, ребят, зайдем на сервер рыбаков. Да, у меня в описании ссылочка есть вот на Дискорд рыбаков. Давайте зайдем, посмотрим. Все о рыбалке. А, вот, бизон тоже таскает. Бизон 200 килограмм. Бобкат и сальдер, да?
Ну вот это все, это вопит машины, а это, скорее всего, бизон вот это. Ладно, давайте ему позвоним. Сейчас зайдем сначала. Все, Дискорд закрываем. Рабочий стол все закрываем, чтобы меньше лагало. Давайте до дешевого автосалона, до ближайшего просто доедем. Если что, посмотрим эти две машины. Да, там. Это те, кто кейсы постоянно крутят, те и выбивают. Макс, да угомонись, а дай посидеть спокойно. Мне надоел уже. Прям без устал болтаешь, без умолку. Сейчас посмотрим, сколько этот бизон стоит и вот этот вопит сколько стоит. Вопит, вот он, бобкат. Да, он реально 300 стоит. Салидер вообще 700. А, ну вот салидер, по-моему, самый лучший, да, 200 килограмм. Ну, 700 он стоит. Бобкат 300. Ну-ка, какой там бизон, это что там за машина? Вот, вот это, по-моему, да? Да, конечно. Вот здесь вот где-то есть бизон какой-то. Сейчас я посмотрю в скрине, как он называется правильно. А, Бравадо бизон, правильно все. Вот я же, а, это я не то открыл. Максим, отойди чуть-чуть, мне ничего не видно из твоей головы. Вот он, ты правильно чувствуешь. Вот он, вот он, вот здесь вот Бравадо бизон. Ну он 500 стоит, его за 300 отдают ФТшный полностью. И тоже 200 килограмм. Но он будет биться постоянно, будет очень сильно мяться будет. Ну, по крайней мере, он будет ФТшный, если что, его можно будет пихнуть. Мне кажется, бобкат лучше. Ладно, вот этому первому звоним сейчас. Так, давайте телефон достанем. Давайте набирать. Сейчас в скрине посмотрю. Так. 718-25-700. Если человек еще в штате. Алло. Нет, ребят, он не отвечает. Скрин такой красивый сделан. Купил новую тачку. Да нет, просто сделаю. На видео-то надо будет хоть какой-то скрин писать. Так, теперь, короче, давайте еще по второму объявлению позвоним. Просто это, ребят, старое объявление, поэтому. Так, тут 123, 86, 36. 123, 23, 86, 36. Еще позвоним, может, тут ответит. Ну это старые, ребята, объявления, конечно.
Ну, на 60 тысяч дешевле машину купить, конечно, стоит позвонить. Либо опять какую-то брать на первое время. Ну, надо, ребят, здесь дальше, чтобы заработать, либо контракты надо делать, либо рыбачить, либо, короче, в казик идти, там по стратегии играть, но там опасно. Поэтому я не знаю, что здесь делать. Я вообще, если честно, ничего не хочу. Я зашел только дома платить, как всегда. Надо бы дом продать. Нет, ребят, не отвечают. Ну пойдемте, да, в этот, в автосалон съездим, в элитных машин, там Хуракан потестим. Через почту, я думаю, минут 10 уже прошло. Мне вот эти GTA-шные машины даже больше нравятся, потому что они быстро не ездят. И типа хотя бы что-то успевает прогрузиться. И так едешь, что вся карта не прогружается. Давайте одну посылочку отвезем, там подумаю, что дальше делать. Да, сейчас заедем, посмотрим в автосалон. Почту сначала отвезем. А то я не хочу, чтобы у меня персонаж совсем бездельничал. Да это уже видишь, это же РП версия, это ломаная вся. Это значит то, что тут модов кучу понаставили на лицензионную каташку. Вот онлайн вообще так не лагает, не виснет. Да. Ну там знаешь, сколько тоже много модов. Ладно, поехали. Быстренько съездим вот сюда, до этого. Что, посмотрим, что хоть за ивентовые шорты я там выбил. Так, а их надо в подарках, да, блядь? Пиццу. Ну, пиццу не забирай. Пиццу не забирай потом. Да, пиццу потом, вдруг крайняк надо будет. Крайняк похавать. Да. Но это не скуф, ты. Но это там совсем другое надо. Давайте надо ракушки, короче, скинуть мне в эту организацию куда-нибудь. Скину, не нужны они мне. А потом их на следующий год можно использовать? Нет, нельзя там от... Это кто-то все там корзины, по-моему, коллекционировал всякие, все, что с ивентов есть. Закинем, может пригодится. Мне бы не пригодилось.
Кристалище в армии. Тут Кристалище в армии забрали. Да, прям. Ну, скорее всего, да. Ну, куда ты пропасть? Он просто надоело ему тут и все. Может. Вот как мне краса вот уже надоел, я в него уже сколько там сидел, мне уже интересно. Вот это тоже уже поднадоедает. Паша, тебе надо попереживать в Майнкрафт. Максим, отвали, какой Майнкрафт? Я вообще не хочу больше в игры играть. Лучше в реальной жизни заработать, чем здесь. О, у меня же он кушать хочет, давайте его покормим еще. Давайте попробуем, интересно, отсюда можно прямо тестить автомобили? На Хуракане хочу прокатиться. Тут же где-то был он в объявлениях. Да, ну вряд ли можно. Где-то рядом с автосалоном, когда встаешь, можно прокатиться. А, да? Да, я почему-то... Блин, ну опять розовый. Что сегодня одни розовые машины, а? Ну и как... Еще как это бабская машина. Давайте дальше посмотрим. Я такую розовую не хочу. Там где-то еще... Ну, а вы сколько отдавали за 4500? Ну еще и дорого так заломили. А, там было 3300 было. Вот за 5 миллионов посмотри. Макс, отойди, пожалуйста, не мешайся. Как можно прокатиться, если ты возле этого стоишь? Тест-драйв вот здесь есть. Сейчас увидишь. Просто чтобы он работал, надо именно возле автосалона быть. Че, нету что ли второго? Два же только что было Хуракана. Вот он. Ну блин, ну ладно, хоть не такое. Вот, вот здесь вот делаешь тест-драйв. Ну я бы ее черный сделал. Да, резвая машинка. Не, ну РСК лучше было бы. Сейчас фары посмотрим. Это вообще дракон. Она полная приводная. Опа, она полная приводная. Ну-ка, давайте попробуем этот. Выехать аккуратно. Нет, только задний. Хотя нет, полного, он передний тоже, видишь, крутится. Ой, поехали, прокатимся на ней. Вот так же и на карте. Вот чуть нажал, он уже улетел. Вот здесь мне нравится тестить машины. Вот смотрите, в закрытом мире вообще ничего лагать не будет сейчас. Сейчас даже быстро проедем. Максим, поиграешь у себя, все, отстань, да я сам сижу спокойно. Ты целый день, ты 3 часа сегодня сидел. Я уже, по-моему, тестил ее. Неплохо, неплохо рулится она. Ну, РС-ка лучше рулится, Audi RS7 лучше рулится. Но это красивее зато. Да не, надо машину по внешке выиграть. Ну это фигово, что так, конечно, замизерит. Зато управляется хорошо, смотри, как ее не подкидывает ничего.
Она, конечно, не едет нифига. 285. Зато рулится хорошо. На самом деле это более правильное решение, чем она бы у тебя быстро ехала, и ты бы улетал везде. Слети куда-нибудь, тебе не везет. ХПшка. Нет, смотри, если ты взлетишь и выпрыгнешь, ты же ее вернешься, но и сотнул. Офигительно она рулится. Подвеска, короче, то, что тут занижено сильно, это вообще класс. Ну где-то 1 миллион мне не хватает, чтобы вот эту ламбу купить. Торгуешься на миллион? Да? Они не отдадут ее. Взлети на гору или... Ну за 3 бы я ее забрал бы сейчас прям. Взлети, пожалуйста, не выходи. Сюда себе что-то... Быстрее обновляй. Надо сейчас позвонить ему, узнать, сколько за нее этот окончательный. Ну, мне кажется, там нет этот. Так, давайте, ребята, еще раз быстренько посмотрим эту. Где она была это теперь? Блин, это теперь опять листать. Ой, вот, кстати, неудобно. Открывалась бы она. Было. Сразу бы сделали, чтобы открывалась нормально. Последний. Я бы, конечно, этот цвет такой поносовый убрал бы. Я бы лучше туда нормальный цвет черный бы сделал. С каким-нибудь перламутром красивым что-нибудь добавил бы. О, бобкат опять есть. Ну, опять телефон не горит, значит, человека нет. Не, ну вот это, конечно, розовый нафиг. А попробуй затестить розовый. Сколько тут 10 улучшений? Да тут еще и не он, вон розовый, нафиг он нужен. Розовая бабская тачка. Не, машину-то под себя можешь перекрасить, как хочешь. Хуракан-то хорошая машина. Вот это еще можно тоже посмотреть будет бэху. Я не знаю, сколько она стоит. Но я такую не хочу. Ну давайте вот позвоним ему чисто. Определенно, да что? Алло. Блин, я на телефон закидывалась сегодня. Почему я тут ни до кого не дозваниваюсь? Что делаешь? Не толкай мой стул. Блин, как люди так ставят объявление, машину продают, сами телефон просто тупо не берут. Там значок телефона, он не горел бы, если бы человек не в штате был. Просто узнаем, за сколько их окончательно дают. Давайте второму Хуракану позвоним. Самому последнему? Угу. Ну, если что, перекрасим, что ли. А, розовый который, да? Угу. Сейчас сначала позвоним, узнаем, сколько за них хотят. Не, ну тест-драйв не хочу так урать. Максим, угомонись, пожалуйста. Не трогай мой стул. Вот он. А тут они позвонишь. Ну, ты дрейф. Это возле автосалона надо поближе, слишком далеко от автосалона находиться. Короче, не вижу я, ребят, смысла никакого здесь что-то брать, что-то покупать в этих салонах и так далее.
В принципе, ничего не заработали сегодня, но ничего и не потерял. Он в небольшом плюсе остался. 3018. Пошли скатаем быстренько до организации, ракушки туда скинем. А это что, М это организация? Да, это же Мейс Банк там. На этой штуке подойти. А у тебя больше ДП-шек нету на сезоны? У тебя больше ДП нету на сезоны? Не, больше нету. Да и зря я его даже покупал. Ну там достижение какое-то дается. Какое? Нафиг я за это не понял. Сколько? Уже у него подарки лежат, тыквы еще старые лежат, короче. Я вон сюда пару вещей скинул, короче, которые мне не надо. Шапку, по-моему, тоже. С вот этими, ну. Ну давай скинем теперь сюда еще и вот это. Мне это мне не нужно. Да это я сюда, и оружие я сюда поскидывал. Тут был только один вот этот вот, как его, М16, я сюда, видишь, автомат еще поскидывал. А они все, то есть целые, да? Угу. Схемы, которые непонятно, что с ними теперь делать. Там больше уже не копится. Вот эти я, по-моему, тоже поскидывал все. То, что мне не надо было. Эй, ребят, контракты брать не хочу. А может, что-то новое из контрактов добавилось? Давайте посмотрим. Нет. Ничего не добавилось. А что это за... Вот это последнее, там, что это было? Знаете что, давайте большой улов возьмем, все-таки доделаем контракт. Сколько там, 160 надо? Только на рыбалку не поедем, пойдемте купим эту лосось. Пошли. И контракт выполним по-быстрому, да и все, что париться там. Хотя... Лосось проще продать, по-моему, блин, чтобы долго не мучиться, по 100 я даже сдать. Лептон, давай поедем мне эту зелененькую одежду купим. Давай поедем. Знаете, ребят, я хочу поехать вот в один из классических салонов и там потестить одну тачку. Ну хотя, что там такого неинтересного? Не знаю, ребят, давайте до почты опять сюда. Что-то сегодня, ребят, совсем скучно, тоскливо. Ничего не охота делать здесь.
Ну что, ребята, еще 1:38 до прокрутки колеса удачи. Давайте немножко потусим. Может, все-таки купить эту тачку? Просто я думаю, что если я ее куплю, вот эту за 17 машину, которая в автосалоне в дешевом, вот это типа как под скорую помощь сделана, я ее буду тюнить, там дофига денег в нее закину, поэтому не хочется. А другую какую-то брать тоже не хочется. Брать опять какой-нибудь пикадор, ну тоже такое себе. Рыбу мне сдавать не надо ничего сейчас. Надо дом пообставлять. Так. Блин, чем заняться? Да даже, ребят, я не знаю, чем заняться. Мне тут нечем заняться. Вертолеты можно посмотреть, какие дешевые, не дешевые. Ну, там, наверное, 25 миллионов, наверное, самый дешевый вертолет будет стоить. Че, куда рванем-то? Давайте где-нибудь потусим, посмотрим, может, что-то интересного есть. Ладно, заедем вот сюда, потестим тачку одну. Можно спать лечь, а? Что, у тебя уже все? Закругляем? Так, ребят, у меня уже дома в реальном мире почти ночь, поэтому чуть-чуть быстренько одну тачку протестим и персонажа домой отвезу и спать пойду. А рулетка потом докрутится. Ну, этот колесо удачи потом можно будет прокрутить, там же оно же не сбрасывается теперь постоянно. Вот такой вот, типа, дешевая машина по типу Госбастерса. Ну, что-то она мне вообще не нравится. Она ужасно так смотрится. Зачем столько тут наставлять вот этого всего просто? Какая-то мне нравилась вот здесь машина. Я не помню, из каких она тут была. Наверное, она была из... Как она называлась? Я забыл, ребят. Может, она вот так называлась? Нет, по-другому как-то она называлась. Точно не здесь.
Там она прям необычная была, такой даже нету в этом автосалоне. Которые мы смотрели. Точно нет. Здесь, по-моему, тоже точно нет. Могу найти, ребят, где она была. Я очень сильно ее хотел потестить по-быстрому. Точно не здесь. Здесь, по-моему, я тоже, да, смотрел. Нет, точно не здесь. Здесь, по-моему. Нет, тоже не здесь. Нет, ребят, точно не здесь. А ведь была же. Точно не с этих вряд ли. Пролистал я ее, наверное. Здесь, скорее всего, точно нет. Нет, ребят, здесь точно нет. Здесь тоже нет. Ну, тут тем более нет. Нет, ребят, здесь точно нет. Однозначно нет, где-то она вот здесь была. Вот здесь было, скорее всего, вряд ли. Вот здесь мы листали, тут точно нет. Сложно найти машину, когда забыл название. Да тут еще названия такие все, конечно. Сейчас по-быстрому найдем. Если не найдем, так уеду уже все.
кажется, там прям еще какая-то квадратная она была. Сейчас поищем, не спеша. А, вот она. Вот эту я хотел машинку потестить. Так диски, да, красится? Тоже так было. 2,5 ляма стоит. Ручит прикольно, ребят, выглядит вообще необычно. В элитном салоне я такую не видел машину. Просто к таким машинам не очень тут хорошо относятся, которые GTA-шные именно. Хоть она и тоже очень красивая. Интересно. Ладно, тюнить не будем ее, потому что надо уже выходить мне. Я надеюсь, моя машина не пропала там. Эх. Все, тачка моя пропала тут, блин. А, как персонажу до дома-то теперь добраться? Ну, короче, вот эта машинка мне понравилась. Она там тоже тюнится по-всякому. Но стоит очень дофига, конечно. Я, наверное, ребят, здесь прямо выйду, ждать не буду ничего, а потом просто этот. Сейчас оставлю персонажа здесь, в автосалоне, а потом еще дома появлюсь, просто чтобы быстрее дело было. Все, ребят, не забывайте подписаться на мой канал. Всем, кому понравилось, кому не понравилось, тоже подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки, без разницы, короче. Главное, чтобы была связь от вас обратно. Вот. Короче, на Хуракан, наверное, скорее всего, мой персонаж точно накопит. И какой-нибудь будем контент более интересный снимать для вас. Какое-то общение. Попробую опять в мэрию устроиться. Еще куда-нибудь там. Может, Визуал Ньюс. Посмотрим, что интересного есть вообще в городе здесь. Может, каких-то знакомых новых заведем. Потому что просто тут фармить — это скучняк, ребят. Без общения здесь делать нечего. Можно в сюжетку обычную поиграть без общения. Как-то, короче, так. Все, ребят, давайте. До скорого всем. Пока-пока. А, сейчас скрин сделаю.